Всех приветствую! Вечерние полеты на новом моем планере Phoenix V2. Размах 2400. Когда-то я год назад или больше показывал распаковку этого планера. Вот наконец-то я его собрал. Хочу сегодня облетать, как говорится. Комплектация стандартная, PNP. Ну, я, тем не менее, установил сюда контроллер Hobby Eagle полетов для подстраховки. Вот, подключаемся и взлетаем. Так, готово. Проверяем управление. Элероны, элеватор, рудер. И есть еще флапероны. Вот так. Так, работу стабилизатора проверяем. Работает, работает. Ну, тогда на взлет. Первый полет. Волнительно. Так, чуть-чуть руль высоты поднимем во взлетное положение. Ну, тяга хорошая. Полетели. Так, управляется хорошо. Поворачивает хорошо. Сейчас попривыкнем к нему немножко. Да, летит очень легко планер. Ну-ка, берем высоту. Да. Фигуры тоже делает. Летаю. Волнительно для меня. Смотрится очень красиво в воздухе. Замечательно. Только почему-то бочку, по-моему, он не захотел сделать. Но сейчас еще раз попробуем. Полный газ. Да, бочку очень вяло, очень. Полный газ. Ну, петлю делает легко, а вот бочку, видимо, надо расходы добавить. Не хватает. Ну что ж, очень хорошо ведет себя в воздухе, предсказуемо.
газ. Ну да, петля для него вообще не проблема. А вот бочка немножко, он вяленько такая. Веловато. Остроты не хватает у бочки. Полный газ. Вот она бочка. Ну да, вот. Джойстик на полную отклонен. Замечательно. Ну, я думаю, что для первого полета достаточно. Можем, конечно, еще немножко что-нибудь изобразить. Попробуем, давайте. Полный газ. Идем наверх. Да. Ну, немножко надо подстроить, и будет вообще красота. Так, сейчас попробуем теперь без мотора. Что я все на моторе-то? Отключаем мотор. Шуршанием с таким летит. С характерным, да? Отключаем. Отключаем мотор. Да, рассекает воздух. Интересно как. Вторую бочку боюсь сделать, потому что он может не успеть из нее выйти. Вот чего. Замечательно. Ну, я думаю, на сегодня достаточно. Заходим на посадку. Да, а садиться-то он явно не очень-то и хочет. Не очень-то он хочет садиться-то. Телеметрия потеряна. Телеметрия восстановлена. Опероны. О! Хватает, ну, не хватает мне посадочной полосы, чтобы посадить. Еще раз захожу. Ну вот уже и время вышло. Сейчас пониже заходим, пониже, пониже. Лапероны. Скорость довольно высокая у самолета. Ну, сейчас получше идет, вот. Вот сейчас получше, получше. Ну, для первого раза хорошо. Я, конечно, под большим впечатлением. Вот, я все... Никогда у меня планеров не было. Вот, я, конечно, понимаю, что я в данный момент использую этот планер как самолет. Вот, я всегда интересовался самолетами. И маленькими, и не маленькими, и скоростными, и разными. А вот теперь дошло дело до планеров. Ну, хочу сказать вам, что я в восторге от этого самолета. Ну, во-первых, красивый. Летит абсолютно предсказуемо.
позволяет делать, я думаю, что любые фигуры пилотажа высшего. Вот, бочку мне просто показалось, что веловато. Ну, вот это отклонение надо сделать побольше. Рули не хватает этого. Вот, я поднастрою, сделаю побольше рули. Вот, смотрите, видите, как было. Вот, вот такие отклонения. И для бочки маловато получается. Ну, как маловато? Он ее делает. Но он делает ее так вяло. То есть я бы еще и вторую крутанул, но опасаюсь, потому что может не хватить высоты, чтобы из нее выйти. Вот. Замечательный, прекрасный самолет. Могу рекомендовать смело любому пилоту, хоть начинающему, хоть какому. Ну, и со своей стороны рекомендую ставить все-таки контроллер полетов. Это ваша подстраховка на случай, так сказать, когда, если запутаетесь, вот, потеряете, так сказать, ориентацию в пространстве. Вот, это как ваша палочка-выручалочка, чтобы не разбить самолет. На этом полет закончен. Всем до новых встреч, до свидания.